Поехали. В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Приникаем к экранам, стоит только проснуться. Как дела на Востоке? Где смогли закрепиться? Или танки Таманской переходят границу? За лесами, лугами, где всегда встает солнце, куда прямо с Майдана бой ушли добровольцы. Верю, что не напрасно пуля жизнь оборвала, ведь любовь не угасла и душа не пропала. Мы теряем рассудок, о войне разговоры, и в пути трое суток, и не спят волонтеры. Собирали всем миром каски, бронежилеты, пока кто-то пайками торговал в интернете. За лесами, полями улетит мое сердце, где отчизну с боями защищают гвардейцы. Танк сгорел под Попасной, в плен надежда попала, но любовь не угасла и душа не пропала. Разрывается сердце от разрыва гранаты, но одеты не в берцы, а в костюм депутаты. Где неправда истоки? За державу обида. Ведь войну на Востоке называют гибридной. Мир живет по понятиям, продавая мистрали. Европейские братья нас на газ променяли. Им тепло батареи, нам кредиты с нагрузкой. Только жаль матерей украинских и русских. Подошла ко мне дочка, забралась на коленки, сарафанчик, цветочек и в косичках две ленты. Рыжий заяц под мышкой, а улыбка как солнце. И спросила малышка: пап, а когда мы проснемся? За кружек добрый день, ее чистое сердце, и мое обогреет, и другим даст согреться. Что судьба напророчит, жизнь уже потрепала. Пока рядом есть дочка, то душа не пропала. Спасибо большое, квартал 95! Спасибо, дякую!